Здравствуйте. Сергей меня зовут. Иван. Очень приятно. Не дождутся, а ты попал, наверное. Да. Пусть не лезет, да? Иван Константинович, мы здесь с утра еще ждем вас. Мы уже уехали, все никак не дождутся. Все, хотели познакомиться с вами. Сейчас ждем. Это человек, который представляет вот как бы наши интересы, да. Эти люди, вот здесь все, короче, отбыли срок и немалый. За ними за каждым 50 человек стоит, у кого 100, кто казаки, кто бабучу. За, как бы вам сказать, и ответы несу за них я. И вот я им говорю, я познакомился с таким человеком, хочу вас тоже познакомить, они тоже вот хотели видеть, убедиться, насколько это серьезно. И Боженька тоже. Да. Что сказать, на 6-8 долларов? Пей коммуняк, спасай Россию. Нет, давайте по кусочку мяса, вон там мясо. Тяжелые времена. Хотим мы не хотим, надо сейчас решить вопрос, избавиться от этой тирании. Еды. Да. Потому что чем дальше, тем хуже. Мы знаем, хотят съесть нас тоже. И тяжело всем. Ребята, если какие-то вопросы, что, как, что, почему. Мы так торопимся, сейчас надо присесть, покушать. Нет, 8 должен быть в тишине. Кусок арбуза. Мы грели до сих пор манджу, оставили вам это и шурпу, все у нас. Мало, как зовут? Иван, как папа. Победа стоит за вами. Смотри. Да, это точно. До победы еще хе-хей. Думаю, что получится. Осталась неделя, но надо работать. Газету взяли с собой, литературу что-нибудь? Значит, есть, да, был? Все есть. Так, налили меня по стаканчику. Хотят Иван Константинович убедиться. Вот я говорю, вот за ними казаки, там гайдары, все за ними есть люди, и они подключат всех, и что уже подключили по большому счету. Но они хотят убедиться, знаешь, как после нам, какое отношение к нам будет какой потом. Какой нам с этого толк? Педрят поймал на русском. За нас слово всегда скажете? Мы вас огонь вперед, чтобы вы за нас. Кирилл, если бы я не сказал, я бы с тобой вообще не работал. Все, ребята, вы слышали? Остается ну, только работать, я если думаю. Если я сказал, это мое слово закон. Иван Константинович. Я поставлю там сразу машину. Машину дайте ему все. Я Иван Константинович еще хотел вам сказать. Ребята тут очень серьезные, знаешь. Идут на крайности, на все крайности. Если надо будет, даже и завалят кого-то, если надо будет. Нет, ты что? Насчет... Я говорю, что идут на все крайности. Насчет беспредела не придет. Даже если... Там есть еще, да? Это нормально. Ну, все. Нормально. Держи, мол. Поставь туда на машину. Все туда. Устроил больше никого. У всех все отобрал. Брать еще фигня, Кишиневку, как страдает. Мне говорит, товарищи говорят, как они съедают бизнес у людей. Серые вон везде, куда не идешь. Серые. Положи там постал. Ребят, присаживайтесь. Какой тайбер? Ну, наверное, все есть, какой тайбер. Вот вообще у нас какие-то проблемы есть. Вот. Нет, никак все идет ровно, да? Потихонечку надо двигаться. Ну, в плане агитации как, все нормально? Есть там инциденты с ментами, то. Ну, не без этого, да. Тем более. Против коммунистов. Надо с кем-то сгруппироваться по-любому. Ну вот еще какая партия к нам близко? Еще там либеральная еще... партия. Ага, кто нам еще близок, чтобы мы знали, что вот они тоже с нами. Альянс Молдова Ностров. Знаю. Сигла. Кто лидер? Уртянов? Солнце. Урекян. Да, нормально. Ну, националист. Достать его нет, это... Он не националист. Это либеральная партия. Националист это Рожка в первую очередь был когда-то. А Урякян он с Гришкой в хороших отношениях. Болгаром? Да, молоком, да. Болгаром. Так он и был у него в гостях вот сейчас. Хули этот был? Перед выборами. По-моему, девятя. Был на день рождения. Да. Ты, Денис, блядь, поломал ногу, блядь. Случайно. Столько движений создавал, что уж ногу сломал. Не потихонечку, пишем, рисуем. Кровати
у нас в шоке. Кавратии вообще, казаки и Байдара в шоке. Появились зеленые. Еще не хорошо. А, ну как, это нормально, знаешь, ну дико горит, знаешь. По, они все до сих пор бегали за Тарлио. За Тарлио бегали, а сейчас видишь, новые еще какие-то появились. Чем он продал только там? Продался, да? Ну что я могу сказать, взяли бы мы эти газеты, нужны газеты, материалы нужны. Ну это не только газеты, плакаты. Плакаты нужны. Плакаты. Да. Да, 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 чтобы их заклеить. На столбы и так далее, везде по наклейке. Чтобы, наверное, малолеток, чтобы малолетки пошли. И даже литературу нужно на русском языке. Да, потому что на молдавском мы привезли обратно все. Вы там наверное, на молдавском, мы все привезли обратно. Как на молдавском? Вот так, там куча газет. Ты тоже хороший, кто понимает. Так. Я что, короче? Вот хочешь, да ну вот это, чтобы раздавали, клеили, не даю им по 100 лет, там малолетним пацанам, там, кому женщинам, да? И на бензин тоже надо. И вы то, что говорили, что надо в торопливе передачу сделать или что? Передачу или что там надо будет делать? Ну, еще торопление, я уже завтра разберусь. И в больницу, да? Что? А? И больницу тоже, да, мы сказали? Больницу тоже. Надо будет делать, почему? Потому что движение идет, они тоже оттуда своих родных и близких, я с ними на связи, они родных и близких, оттуда всех подключают. И я думаю, что будет все хорошо. Там ребят твоих сейчас двое, да? Ну, а понедельник еще пятерка, и потом еще посмотрим. Будем хорошо. Нагрузка большая. Все, короче, на связи. Мы идем сейчас позапилим, заедем. Да мы вас не подведем, не переживайте. Даст Бог, просто по алкоголю на 55, все. И все это... И вам назначим. Вот я как положение за Юдом, я не хочу, чтобы потом ребята меня, короче, я им обещал, пацаны, говорю, будет у вас зеленое, если надо, даже кто-то попадет, ну, я, у меня связи, Иван Константинович, там человек серьезный, если надо будет, поможет. Мы должны их сейчас закоцать, и потом потихонечку. Все будет нормально, все на вас счастливо. Все, удачи. Возьми. В понедельник я приеду.